Здравствуй, дорогой мой зритель! Ты на канале «Цитаты со смыслом». Комиссаров Эдуард Михайлович. Сегодня я вам расскажу гороскоп на 2024 год для знака зодиака Рыбы. Ролик готовил очень хороший и добрый человек, Комиссаров Эдуард Михайлович. Приятного вам просмотра, мы начинаем. Гороскоп для женщины Рыбы на 2024 год. Для женщин Рыб 2024 год будет открывать новые возможности, которые важно не упустить. Если вы давно мечтали совершить крупную сделку, связанную с покупкой недвижимости или автомобиля, сейчас самое подходящее время. Близкие люди, дети, внуки или родители будут придавать смысл жизни и давать энергию для того, чтобы продолжать делать то, что вы делаете. Необходимо забыть все обиды и недопонимания, о которых вы иногда думаете. Женщин Рыб будет весь год оберегать любящий мужчина. Если официальные отношения не зарегистрированы, звезды советуют сделать это в 2024 году. Одиноким девушкам-рыбам необходимо больше отдыхать и не задерживаться все время на работе. Вы очень много старались и трудились, а теперь самое время хорошо отдохнуть. Одиноким рыбам звезды советуют пересмотреть некоторые свои приоритеты. Если вы никогда не пробовали заводить интернет-знакомства, возможно, сейчас самое подходящее для этого время. А на этом пока все. Друзья мои, подписывайтесь на канал «Цитаты со смыслом» Комиссаров Эдуард Михайлович. И не пропустите новые интересные ролики. До новых встреч, и пусть хранит вас Бог!